что, друзья, всем привет, всех рада видеть. Прошу прощения за задержку, потому что тут небольшие сложности с интернетом. Я хочу, чтобы вы мне отписались, как меня видно, слышно, и я сразу приношу извинения, я отвлекаюсь на телефон, потому что мне сюда наши менеджеры, администраторы пишут, все ли в порядке со связью, видно ли меня, слышно ли меня. Поэтому я буду сюда обращать внимание и также присылают комментарии, чтобы я их вовремя увидела. Запись идет с небольшой задержкой, поэтому пишите лучше заранее свои вопросы, чтобы я успела их увидеть до завершения презентации. Сейчас я нахожусь в Дубае. С кем мы не знакомы, давайте познакомимся. Меня зовут Ксения Башлай, и сегодня мы знакомимся с невероятным проектом Relictum. Я вам расскажу подробнее про экосистему, про возможности, отвечу на ваши вопросы. Для тех, кто уже давно знаком с Реликтумом, возможно, вы услышите с новой стороны, с нового угла про нас, узнаете что-то для себя полезное, возьмете, ну и, конечно, пишите вопросы, будем отвечать на них и разбирать. У нас есть буквально минут 40, полчаса для активного общения. Итак, что мы здесь делаем? Все, наверное, слышали про Экспо-2020, знаменитая, которая проходит в Дубае. Так вот, 14-15 ноября — это дни блокчейна на этом Экспо, Blockchain Economy Expo 2020 Дубай. Мы здесь и экспоненты, и крупнейшие спонсоры. У нас огромный стенд на 18 квадратных метров с лаунж-зоной. Александр Стригин является спикером, будет рассказывать про Relictum NFT, Relictum NFT Islam. В общем, тут плодотворная работа. И я считаю, что это определенное признание на определенном уровне нашей команды, нашего проекта и компании, поскольку просто так сюда, естественно, не попасть. Ну что ж, давайте вводные слова оставим и перейдем к презентации. Значит, на фоне должен был быть Дубай, вы ждали Дубай. Я вас понимаю, но Wi-Fi, к сожалению, есть только у гостиницы нормальный, чтобы без задержек более или менее со связью вести вебинар. Я вам попозже покажу вид в самом конце. Тут очень круто. А вид на Дубай я постараюсь организовать 16 ноября, когда буду вести английский вебинар. Вот, на английском языке как раз с новостями. Секундочку. Вот параллельно прям пишут организаторы Экспо. Организаторы Экспо, что нужно срочно согласовать стенд. Все, у нас очень крутую информацию присылают. Ну просто все, кто в Дубае, обязательно приходите. Мы будем всем рады. Итак, что такое Relictum? Сегодня Relictum — это целая экосистема, которая основана, базируется на блокчейне пятого поколения. Этот блокчейн не форк, он не создан на основе какого-то другого там блокчейна. Это самостоятельно независимый блокчейн, который написали разработчики Relictum. Создали его. Это началось с 2019 года, и посыл невероятный. В первую очередь, это сделать блокчейн доступным для всех и каждого. Возможности эти, возможности блокчейн-технологии для каждого. Я вот сразу еще раз приношу извинения, что отвлекаюсь на сообщения, просто непрерывный коннект идет с организаторами мероприятия, нужно быть быстро на связи в рабочее время. Итак, что у нас сегодня есть? Очень важно, мне нравится, как озвучил Александр, я повторюсь, что у нас не просто концепт или идея, уже работающие продукты, работающие проекты. Итак, есть технология, блокчейн пятого поколения, протестированная мощность, это скорость более 100 тысяч транзакций в секунду, на секундочку у биткоина до 4 транзакций в секунду, а теоретически расчетная мощность более миллиона транзакций в секунду, но это превышает все то, что сегодня есть, вот все сегодня какие блокчейны есть, вот мы несколько раз превышаем их технические возможности, то есть это супер уникальный блокчейн. На базе, ну, вы понимаете, что технология сама по себе, она никому не нужна. Нужно, чтобы этой технологией пользовались, и чтобы там были продукты, потому что, ну, простому пользователю, например, простому человеку скажешь, ты пользуешься блокчейном, он и не поймет, а спросишь, у тебя есть криптокошелек, ага, уже другой разговор, да, или там ты играешь в игры, или ты пользуешься NFT, или еще что-то, или платежная система. Ну, то есть, да, нам, простым людям, понятны не вещи для программистов, а понятны
продукты, да, приложения, которыми мы пользуемся, цифровые решения. Так вот, Relictum предлагает решения для совершенно разных сфер, от классической цифровой экономики, блокчейн-индустрии, криптоиндустрии. Здесь широкая абсолютно аудитория. И вот давайте посмотрим на этом слайде. Я немножко какие-то уголочки, возможно, закрываю, приношу извинения, но в целом должно быть все видно. Что у нас уже сегодня есть и успешно функционирует? Во-первых, конечно, это стартап-акселератор. Как я уже сказала, что без проектов, которые используют технологию, без продуктов, которые построены на этой технологии, грош цена, как говорится, да? Так вот, стартап-акселератор как раз больше стартапов подтягивать и поддерживать для развития, ну, технологии блокчейна, вот, Relictum Pro. Чем больше стартапов и проектов будут использовать нашу технологию, тем мы сильнее, масштабнее становимся. Более того, ну, стартапам это выгодно. Если у вас есть, кстати говоря, интересная идея, то обязательно напишите об этом. Возможно, именно вы станете тем самым стартапом, который Relictum также поддержит. Но это полноценная всесторонняя поддержка, не просто как у классического акселератора, а как у криптоакселератора. Это мощно, даже с организацией токен-сейлов. В этом опыта у нас не занимать. Дальше, Relictum Games — это игры с использованием нашей технологии, причем направление игр, оно разрастается, я уверена, что скоро мы затронем NFT-тему, GameFi, много игр, построенных на NFT-технологии будет, так что если вы еще стартап с таким направлением, мы вообще вам супер рады, вот. NFT Marketplace был совершенно недавно презентован, в демо-версии он уже открыт, вы можете посмотреть, как там что выглядит, как должно работать, а в середине декабря он будет открыт уже для аукционов, в общем, заработает в полноценном режиме. Сейчас в тестовой сети все проверяется, чтобы никаких багов, никаких моментов не было, как только все проверки будут пройдены, сразу же будет доступен весь функционал и начнутся аукционы и продажи. Ну, про NFT я чуть подробнее расскажу, да? Так, ну, Relictum Pro — это блокчейн со своим собственным уникальным консенсусом, со своими экономическими единицами. Relictum Chat — это секретный чат, это единственный поистине секретный чат. Ну, в общем, большое количество продуктов уже работает и ряд продуктов на стадии запуска. Вообще, я для себя проанализировала деятельность. Для меня вот этот год был годом запуска своих собственных продуктов Relictum. А следующий год, на мой взгляд, это год внешних взаимодействий, внешних коммуникаций, стартапов, фондов, листинга того же самого и так далее. То есть, когда мы уже становимся более масштабными, и мир становится к нам более открыт и активнее использует нашу технологию, а не только продукты. Итак, давайте галопом по Европам, по продуктам. Первое. То, на чем стоит этот самый наш фундамент всей экосистемы Relictum, это блокчейн Relictum Pro. Ну, во-первых, новая архитектура блоков. Вес блока 8000 раз меньше, чем вес блока биткоина. Одна транзакция — это один блок. Больше транзакций в блоке нет. Со своим собственным алгоритмом консенсуса. Обязательно почитайте, изучите, это интересно, тем более он называется Proof of Царь. Очень по-русски, но так вот, величественно. Ну, мне нравится, название классное, но за названием стоит еще крутое содержание. Естественно, вы, если скачаете ноду, увидите мощный набор децентрализованных приложений, которые только добавляются. Ноду, это значит блокчейн наш, можно установить на любое устройство. Вот давайте представим, чтобы майнить биткоин, вам нужно тяжелое оборудование, которое использует большие вычислительные мощности, электроэнергию и так далее. Что касается Relictum, вам не нужны какие-то серьезные сервера и так далее. О, устройство это и есть, то есть на любое устройство можно скачать ноду и установить наш блокчейн. На Android, на Windows, на Mac, на iOS тоже скоро будет, но сам факт, что на телефон уже можно. И это все работает, и работает моментально, это очень круто. Ну, поверьте мне, это уникально. Моментальные бесплатные транзакции. Ну, смотрите, быстрее транзакции, чем здесь, еще никто не сделал. Дешевле, чем бесплатно? Ну, нет. Бесплатные транзакции внутри сети. Более того, вы можете даже бесплатно перегонять биткоин внутри сети. Что для этого сделано? Вот, здесь уже мы переходим к токеномике, три типа монет. Сделаны обернутые монеты. В вашей ноде, когда вы скачиваете, есть криптокошелек,
в этот криптокошелек вы отправляете свой биткоин и оборачиваете его. И вот этот обернутый биткоин, который равноценен обычному биткоину, да, там нет никакой разницы в цене, гоняете его по сети Relictum Pro сколько вам хочется, без комиссий, моментально, в любую точку мира. И с другой стороны, да, если вы в сети биткоина это все перегоняете, представляете, сколько вам ждать, сколько вам комиссии платить. Вот даже один биткоин вы купили и раздробили его, например, на 10 или 20 платежей. За каждый платеж огромная комиссия. Здесь ни за один платеж у вас не будет комиссии. Ну, представляете, да? Это очень круто. Дальше две экономические единицы — это стейблкоин и Genesis токен. Про них сейчас тоже расскажу. Relactum Wallet — это криптокошелек, я вот вводную часть про него сказала. Ну и, естественно, надежность — это абсолютно децентрализация. Знаете, нужно скачать, нужно попробовать, чтобы убедиться. Мало читать информации, просто скачайте. Установите ноду на свое устройство, это достаточно просто делается. Главное, не забудьте сохранить все явки и пароли, приватные ключи, и попробуйте. Relictum Finance, криптобанк. Крипто сегодня занимается эмиссией стейблкоином. И благодаря криптобанку мы можем обменять стейблкоин на USDT или на то, что нам хочется. Также через криптобанк, благодаря сотрудничеству с Simplex, а это достаточно престижный, серьезный обменник, серьезная организация, которая обслуживает топовые биржи, например, такие как Binance, KuCoin и другие. И они в том числе сегодня, мы сегодня являемся их частью, мы их партнеры, они наши, и мы вот в этом списке топов тоже являемся, прошли все проверки. А сегодня благодаря Simplex мы можем с Visa MasterCard приобретать наш стейблкоин. Пока ограничение за одну транзакцию до $5000, но так, погромче, друзья, я уже очень громко, честно говорю, я не знаю, как громче сделать. В общем, возвращаемся к криптобанку. Это только начало, это первые шаги, но они уже сделаны. Важно, что это не планы, а мы видим, как это все развивается, какие первые шаги уже сделаны, что уже есть. Криптобанк уже есть. Первый функционал — это эмиссия стейблкоина, обмен уже есть. Ну, это круто. Дальше больше, как говорится. Relictum Pay, платежная система. Значит, смотрите, когда вам нужно что-то оплатить с ноды, например, вы покупаете пакет GTN токенов, да, или играете в лотерею, с вас никто, зная адрес вашего кошелька, не спишет никакие деньги. Вы должны зайти в платежную систему, Relictum Pay, старт, и подтвердить эту транзакцию. Пока вы ее не подтвердите, ничего не произойдет, это тоже ваша безопасность. Более того, вы можете отклонить эту транзакцию, не только там подтвердить, но и отклонить, потому что вдруг вы передумали, да, ничего сразу у вас не спишется. И это будет, как только вы подтвердите, транзакция пройдет моментально. Отклоните также. Поэтому платежная система здесь, конечно, сделана очень комфортно. Здесь вы можете также и создать свой токен. Это цена вопроса всего лишь $20. Я создавала, пробовала, знаю, все работает. Просто пробуйте. Скоро запустится децентрализованная биржа. Когда точно, я не могу сказать. По одной простой причине, потому что делаем качественно и в долгую. То есть раскроем секрет. Я брала интервью у Романа, представителя биржи FTX и бизнес-аналитика Романа Черкашина. И когда я его спросила: скажи, пожалуйста, вот что ты думаешь по поводу там запуска продуктов, аудита, листинга и так далее, и так далее. Он сказал, что я считаю, что важно качество. Вот, важно качество. Скорость, конечно, в современном мире тоже важна, но я считаю, что мы не отстаем. Я считаю, что мы нормально двигаемся, даже очень круто. Вот. А небольшие смещения по графикам, по приоритетам, это все сделано только с заботой о вас, с тем, что это решение для вас, для наших пользователей, для наших партнеров будет лучше и в будущем, и в настоящем. В общем, DEX
делается. Вот. Тестовый функционал есть, вы можете посмотреть, как это выглядит в ноде, но будет миллионы раз круче. Ну и своп сегодня уже работает в том плане, что вы можете обычные монеты обернуть и развернуть и так далее, и попробовать, как это тоже будет работать, ну, поймете, как это будет работать с другими монетами. Моментально, понятно, ничего сложного в этом нет, ну, в общем, очень круто. Чат, секретный чат. Значит, рассказываю, как это работает. Я скачала ноду, кто-то там, Петя скачал ноду, да. Он мне отправляет свой пин и ID, который сгенерировал секретный чат. Я ему отправляю свой пин и ID. Мы вбиваем это, все, заходим, начинается между нами чат. Этот текст нигде не сохраняется. В этот чат никто вклиниться не может. Как только мы выходим, этот чат сразу же стирается. То есть этот чат только между двумя нодами. А как мы знаем, одна нода может быть активной только с одного устройства. Если вы хотите зайти в аккаунт ноды с другого устройства, то с первого вам придется выйти и перенести приватный ключ. Так что это крутое решение, пробуйте, тестируйте. Давайте, если хотите, я с кем-нибудь тоже пообщаюсь в секретном чате. Напишите в чат экосистемы и пообщаемся. Так, хранилище, децентрализованное хранилище. Ну, это супер решение. Во-первых, безопасность, приватность ваших файлов. Во-вторых, надежность, конечно. Как что происходит? Вы загружаете файл любого веса. Этот файл разбивается на мелкие кусочки. Эти мелкие кусочки разбиваются еще там по 7, по-моему, мелких кусочек. И разбрасываются по разным устройствам. То есть, например, если я разрешила на своем устройстве использовать свободное пространство, то на моем устройстве может храниться какой-то небольшой кусочек какого-то файла, я даже не пойму, что это. Это не картинка будет, ничего такого. А именно, ну, такая небольшая часть, скрытая, данного файла. Например, вы хотите обратно забрать этот файл, система автоматически его подгружает, собирает обратно и вам выдает, если вы хотите его вытащить, да. Но конкретно хранилище построено на принципе децентрализации, и на нашем блокчейне это сделано очень качественно. Протестируйте. Вот я сегодня все свои файлы, например, самые важные, храню в Relictum Storage. Это недорого, и это надежно, эффективно. Поэтому пользуйтесь. Пользуйтесь, все для вас. Relictum Bridge — мосты между... и Relictum Games. Relictum Bridge — это мосты между другими блокчейнами, между разными блокчейнами. Это позволит, ну, многим проектам быть, например, да, тем же самым, тому же самому NFT и другим, или там, играм. Больше, в общем, возможность открывает, и Relictum такое тоже решение реализует. О, мое любимое, Relictum NFT. Значит, что такое? Здесь, вот я буквально вчера рассказывала свою мысль, свой анализ. Если мы посмотрим на другие NFT-маркетплейсы, сколько бы их ни было, они все как под копирку. Все как под копирку сделаны. Примерно с одним и тем же функционалом, примерно для одного и того же. У нас, во-первых, уникальный NFT-протокол. Во-вторых, уникальный NFT Marketplace. То есть, в чем его уникальность? В направлениях. У нас 4 направления. Первое — премиум. Это контент модерируемый. То есть, чтобы опубликоваться в разделе премиум, вам необходимо пройти модерацию. Второе — это World. Это для всех свободное. И дальше — NFT дизайн. Это бомба просто этого рынка. Я сама знакома с индустрией дизайна и насколько им это необходимо. То есть, моя любимая фраза, мы переворачиваем отрасль NFT с информационной на функциональную. Мы заходим в профессиональное сообщество, и это только начало, я вам скажу, насколько это мощно будет реализовываться. Relictum NFT Islam. Сегодня мы работаем над халяль-сертификацией данного направления, потому что мы уважаем ценности, культуру, религию разных народов и хотим, чтобы цифровые технологии, передовые технологии, инновации были доступны для широкой аудитории, в идеале для всех, конечно. Поэтому предпринимаем все необходимое для того, чтобы это осуществить, ну, вот в том числе халяль-сертификация Relictum NFT Islam. Значит, галопом по Европе я прошлась по NFT, хотя хочется отдельно побольше поговорить про это. Может быть, мы отдельный вебинар сделаем на этот счет, если вы не против, дайте обратную связь. Огонечки, плюсики, пожелания. Relictum Lab, стартап-акселератор. Я уже подробнее про него рассказала. Про возможности для стартапов тоже. И давайте сейчас посмотрим. Вот, к экономическим единицам
реликтума вернемся, да, я уже говорила, что у нас есть две экономические, ну, три обернутые монеты мы разобрали, и еще две — это стейблкоин реликтум USD, это криптодоллар, да, напрямую привязан один к одному к доллару. Это очень удобно для платежей, то есть гораздо комфортнее, когда вы понимаете, ну, для большинства, большинство думает по курсу доллара. Вот платежи в стейблкоинах очень комфортно осуществлять. Ну и плюс у доллара меньшая волатильность, чем, например, у криптовалюты. Я уверена, убеждена на 100%, что Reliquum USD, наш стейблкоин, составит серьезную конкуренцию USDT, Tezos. По одной простой причине. Ключ кроется, опять же, в нашем блокчейне, в том, на чем построена работа этого стейблкоина. На отсутствии комиссий, на моментальных транзакциях, на надежной эмиссии и так далее. То есть на комфорте в работе, в использовании этого стейбла и в отсутствии каких-либо переплат. Поэтому стейбл только начинает свой путь, USDR, впереди ждет просто ну, невероятная история. Естественно, за этим стоит не просто мы выпустили и пользуйтесь, а большая работа, договоренность и так далее. Так, GTN токен. Ну, я провожу параллель, что это криптоакция. Почему? Потому что вы получаете некую доходность от дохода компании. Как это работает? Вот смотрите, эмиссия GTN токенов или криптоакций Reliquum, она ограничена, 10 миллиардов токенов. Доступно к продаже только 5 миллиардов. Остальные 5, 3,8 это команды, и 1,2 это адвайзеры, маркетинг и так далее. Итак, смотрите, эмиссия ограничена, 5 миллиардов, запомнили. Дальше, каждый, там, сейчас как же сделать, как же объяснить, вот хочется вам объяснить, чтобы было понятно и не запутано. Давайте так, продукты, которые работают на блокчейне, они в основном построены на смарт-контрактах каких-либо, да? В этих смарт-контрактах автоматически заложен небольшой интерес, небольшая комиссия, которая падает в общий кошелек блокчейна. Так вот, 19% от общего кошелька блокчейна каждое первое 15 число распределяется между всеми держателями токенов. И вот я, как вижу, тут у вас был вопрос, на чем зарабатывает компания. Как раз-таки за счет реализации вот этих продуктов, за счет того, что пользователи не то чтобы не покупают токены, нет, они пользуются продуктами, пользуются хранилищем, пользуются играми, пользуются секретным чатом, и так, и сейчас будут пользоваться активной NFT, криптобанком пользуются, обменами, свопом, за счет реализации своих продуктов, это самое главное. И небольшой интерес, который вы не чувствуете, заложенный там, падает в общую копилку, в общий кошелек, и каждое первое 15 число распределяется между всеми держателями токенов. И теперь давайте посмотрим. Как вы понимаете, количество держателей токенов, оно рано или поздно станет ограниченным. Да, сейчас идет токен сейл, и я призываю успеть приобрести монет. В один момент токен сейл закончится. Предполагаю, это будет очень скоро. Как вы тоже это знаете, потому что монеты заканчиваются, рост продаж не останавливается, даже прям в геометрической прогрессии растет. Курс постоянно меняется, сейчас к курсу еще вернемся. Так вот, что произойдет? Все, токен сейл заканчивается, например, 10 миллиардов токенов, либо меньше, если там придется сжечь, да, если не дораспродадут. Ну, допустим, будем брать 10 миллиардов. Владеет, ну, например, возьмем там 10 или там миллион человек, или там 100 тысяч человек владеет. И они могут продавать уже конечную сумму, больше эмиссии не будет. Между большим количеством людей не будет делиться доходность. Так вот, доли остаются, да, не увеличиваются, а прибыль компании, популярность, продукты, пользователи, это все растет. И растет, и растет непрерывно. И вот давайте посмотрим на какие-то, ну, хотя бы чуть-чуть схожие проекты, которые построены на блокчейновых инфраструктурах. Solana, Avalanche, Lightning, или сейчас токен BNB, к смарт-чейн Binance привязан, да. За счет чего? За счет развития инфраструктуры. А наша инфраструктура набирает такие обороты, так громко заявляет о себе. Более того, не просто говорит, делает, реализует, что количество пользователей вырастает, ну, просто с такой скоростью.
Так вот вы представьте, что вот нас пятеро. Я, там, Вася, Петя, Лиза, Маша. Мы разделили между собой GTN токены. Все, токенов больше нет. А люди, которые пользуются нашими продуктами, их больше, 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 больше. И копилка наша больше, 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 больше. А делим мы по-прежнему между нами 5 людьми. Или между нами с вами 10 000 людьми, или 20 000 людьми. А копилка больше, а нас-то не больше. Мы по-прежнему в том же самом количестве. Только мы с вами больше зарабатываем. У нас доходность гораздо больше. Так вот, подумайте хорошенько, чего вы ждете? Вы ждете листинга или вы ждете развития компании? За что вы топите? За один раз поднять с иксами или за постоянный рост вашей доходности и вашего статуса богатого криптоакционера? Вот я топлю за доходность. Я не жду листинг, хотя, конечно, над этим тоже работа и ведется, и это серьезный шаг в развитии компании. Но не в этом суть, не в этом цель. Задумайтесь, пожалуйста. Кому этот момент непонятен, давайте еще раз его разберем. Поверьте мне, круче и сильнее выигрыши будут те, кто понимает, что нужно в долгу идти. Сейчас эта доходность называется роялти. Начисляется она в том, в чем вот эта комиссия смарт-контрактов падает в общий кошелек. Ну, например, чаще всего сегодня мы получаем реликтум USD. Почему? Потому что за вывод USD-ов 5%, из них там 2 уходит на роялти. Также в биткоине, в обернутом биткоине, потому что игры были за биткоин, насколько я помню, да, и так далее. А дальше, чем больше стартапов и проектов используют наш блокчейн, предлагая людям оплачивать свои услуги в любой криптовалюте, тем более широким копится наш пакет с вами, просто за счет роялти. В общем, на мой взгляд, это бомбическое решение. Курс сегодня GTN токена растет согласно раундам продаж. Каждые 10 миллионов увеличивается курс, а дальше каждые 500 миллионов он еще на большую цифру увеличивается. Соответственно, я вас призываю внимательнее изучить проект. Не даю финансовых рекомендаций, но внимательнее изучить проект. Обязательно подписаться на наши социальные сети, на все. Внимательно все читать. И попробовать воспользоваться такой возможностью, как маркетинговая программа. Не на этом ките все стоит, это вообще не кит. Кит у нас — это блокчейн, Relictum Pro. Но есть такая возможность, и кто умеет, знает, тот пользуется. Давайте я про нее тоже расскажу, поверхностно пройдусь, про маркетинговую программу. У нас есть 5 видов бонусов, это реферальные, стартовые, бинарные, командные, карьерные. И 10 бизнес-пакетов. Сегодня вы можете купить GTN токены в бизнес-пакетах. Кстати говоря, хочу озвучить свое видение по поводу покупки токенов с рук. Я против. Почему? Потому что, приобретая у компании, во-первых, для вас открывается возможность маркетинга. Даже если вы сейчас к этому не готовы, это может произойти случайно потом. Во-вторых, вы сами это делаете, видите, как это происходит. Вы изучаете блокчейн, изучаете, как пользоваться транзакциями. В-третьих, это надежно, здесь не пахнет мошенничеством, да. А кто на другом стороне, если вы с рук покупаете, непонятно, на другом конце провода. А когда уже будет листинг на рынке P2P, пожалуйста. Прежде чем решить, что вы хотите купить с рук, изучите возможности лаборатории. Ну, я в любом случае за пополнение ваших кошельков GTN, поэтому каким способом вы это сделаете, это, конечно, на ваше усмотрение. Итак, маркетинговая программа. 10 пакетов. Вы можете сегодня купить GTN на 100, 200, 500, 1000 и так до 100 тысяч долларов. Есть, кстати говоря, вот слайд. Чем выше пакет, тем больше скидка на курс. Итак, на пакет на 200 долларов скидка 2%, а на 100 тысяч долларов уже 20%. Понимаете, насколько это выгодно? Гораздо выгоднее. Поэтому чем больше пакет вы берете, тем более лояльных каких-то инструментов от компании для вас заготовлено. Реферальный бонус, ну это мы знаем, это премия от лично приглашенных. После того, как, например, по вашей рекомендации или по рекомендации того человека, который зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, осуществляется покупка, то вам начисляется этот бонус мгновенно. Кстати, очень хороший инструмент — это чат-бот Relictum Lab, Relictum Lab Bot. Мгновенно, моментально приходит информация обо всех бонусах, обо всех новых партнерах, которые зарегистрировались по вашей ссылке. Используйте эту возможность.
Реферальный бонус у нас от первой до пятой линии даже. И от 5 до 10% на первой линии. Что такое пятая линия? Или там вторая, третья линия, да? Вот. Я пригласила Ивана. Иван — это моя первая линия. А когда Иван пригласил Екатерину, Екатерина будет моя вторая линия. И так до пятой. Дальше. Стартовый бонус. Например, вы зарегистрировались в лаборатории. Пошел отсчет 14 дней. По-моему, так, да. И в течение 14 дней вам нужно купить пакет и пригласить людей, четверо и больше, которые купят пакет от $500 и выше. Если за 14 дней, с того момента, как вы стали партнером лаборатории, ваши четверо партнеров или более покупают на сумму $500 и более каждый, то вы получаете стартовый бонус от $50 до $4000. Ну, это мощно. Просто разовая премия. И она приходит через 14 дней после регистрации. Бинарный бонус мой любимый. Здесь нет ничего страшного, кого-то это пугает, а для меня это возможность, кто умеет, тот пользуется. Итак, что такое бинарный бонус? Для его активации вам нужно пригласить двоих партнеров, которые осуществляют покупку пакета. И у вас активируется бинар. Раз в неделю подсчитывается объем с левой стороны и с правой стороны. Считается, сколько у вас объема с левой стороны зашло, сколько у вас объема с правой стороны зашло. И на меньший объем начисляется процент, который соответствует вашему пакету, но не превышает лимит. Например, на пакет $1000 это 9%, но не более $3000 в неделю. Например, у вас слева и справа там пополнилось, там заходили люди, приобретали пакет на $10000 и на $20000. Соответственно, вы получите бинарный бонус, это процент от $10000. И новая неделя, с понедельника у вас начинается $10000 здесь вычитается, 10 здесь. И с меньшей ноги у вас 0, а справа остаток. Если непонятно объясняю, дайте знать, объясню еще раз. В бинарном бонусе нет глубины, но есть лимиты на выплату. Это значит, что если у вас там 25-й партнер или там 50-й с края света приобретает токены, покупает пакет, но при этом это вот по вашей реферальной веточке идет, то вы тоже с этого получаете, это тоже копится в вашем бинаре. Матчинг — это командный бонус. Например, у вас есть два партнера, вы активировали бинар, один партнер не двигается, вообще никого не приглашает, и вы никого не приглашаете. А второй партнер суперактивный, он зарабатывает бинар, он двигается, и его партнеры активные. Так вот, матчинг-бонус — это когда вы получаете процент от бинарного заработка ваших партнеров. Ну, это тоже классная возможность. Более того, чем выше ваш пакет, тем больше открывается глубина. А чем ниже глубина, тем выше проценты. И так до 7-й линии в глубину. Ну и карьерный бонус — это если вы активно развиваетесь с проектом, сами приобретаете для себя токены, рекомендуете вашим партнерам, то есть в первой линии по вашей рекомендации осуществляются покупки, бинар работает, и количество пакетов в структуре соответствует определенной цифре, которая здесь указана на экране, вы получаете премию. Премия начисляется моментально, то есть это как только выполняются условия, все, автоматически у вас в кабинете начисляется премия. Они все суммируются, здесь примерно $1 000 000, около $1 000 000. То есть вы только становитесь партнером лаборатории, даже если вы зашли на $100, например, компания уже для вас зарезервировала $1 000 000. А вы потихонечку развиваетесь и их забираете. А мы только рады этому. Ну, можете вот отсканировать этот QR-код. И сейчас я хочу вам, во-первых, ответить на все ваши вопросы. Так, ситуация с изменением курса. Давайте мы сделаем официальный пост. Все в порядке, все четко, не переживайте. Кто использует блокчейн Reliquum? Огромное количество пользователей. А подтверждение тому является Explorer на сайте Reliquum Pro. Заходите на сайт Reliquum Pro. Сейчас я вот вам пролистаю. На русском это будет проводник, на английском Explorer. И увидите большое количество транзакций, что блокчейн реально используется, транзакции проходят. Можно ли скинуть эту презентацию? Конечно, даже нужно. Напишите в чат или Reliquum Pro, или Reliquum Ecosystem, обязательно вам скинем. На какой бирже будет листиться GTN? Информация пока официально закрыта, но вы знаете, что из некоторых источников идут слухи, будьте внимательны к этому. Просто есть такое понятие, как NDA, соглашение, а не разглашение. И в случае, если одна из сторон нарушает это соглашение, то могут быть последствия.
А мы очень хотим все сделать четко для вас. Поэтому ближе к времени, как это будет возможно, над этим непрерывно идет работа, обязательно вам все скажут. Ну, я еще раз говорю, задумайтесь, листинг ли вы ждете? Может быть, все-таки не листинг? Для чего вы это купили? Разовый X или постоянный рост доходности? Подумайте внимательно. На чем зарабатывает компания, сказала. Если у вас не получается зарегистрироваться на сайте, первое, что вы делаете, это чистите хэш и историю. Если не получается, меняйте браузер. Если не получается, то, возможно, в моменте идут технические работы, но, к сожалению, я не могу это отследить чисто физически, потому что это занимается, ну, другой отдел, другие ребята, с которыми я не контактирую напрямую, да, а постоянно идут какие-то обновления, совершенствования, и это может быть в любой момент времени. Вот, поэтому так. Ну что, покажу Дубай немножко. Здесь, конечно, это пальма. Сейчас я вам покажу. Залив. Не знаю, насколько это видно было. Но после выставки я обязательно сделаю где-нибудь рядом с Бурдж-Халифа эфир. Зависло, не зависло, интересно. В каком-нибудь таком интересном месте с панорамой, с видом. Но сейчас идет плотный рабочий режим, рабочий график. Не успеваю просто. И нужен хороший интернет. Но мы здесь, мы работаем, мы готовимся. Вот, как я уже сказала, непрерывно пишут организаторы выставки. Согласование, запросы. Есть очень много запросов на знакомство с нашей компанией, хотят организовывать встречи. Вот. Мы очень плотно работаем, и команда делает все для того, чтобы как можно больше людей смогли пользоваться возможностями блокчейна пятого поколения для себя с пользой и с наслаждением, и с удовольствием. И чтобы все держатели GTN токенов за то, что вы поверили, за то, что вы интересуетесь, за то, что вы грамотно подошли к этому вопросу, получали большую, хорошую, качественную доходность. Ну и цель, конечно, это и стартапы, и развитие, в принципе, индустрии, да, качественное использование этих технологий, инноваций, практика, применимость. В общем, как-то так. Если у вас есть еще вопросы, то я буду рада на них ответить. Если нет... Если этих вопросов нет, то будем завершать. Так, мне вот интересно, есть ли еще сомневающиеся, что мы в Дубае? Если есть, то прямо сегодня я выйду в эфир. Сегодня я переезжаю в одно супер крутое место, которое мне хочется с вами поделиться. И просто давайте я не на Ютубе это сделаю, а в Инстаграме. Все, супер. Вопросов нет, друзья. Мы очень рады, что вы с нами, что вы нас поддерживаете. Постаралась коротко пройтись по основным моментам. Что касаемо новостей, то следите за нашими социальными сетями, за нашими телеграм-каналами, чатом Relictum Pro, Relictum Ecosystem. Все опубликовываем вовремя. И если вы находитесь в Дубае, 14-15 ноября, блокчейн Economy Expo Dubai, мы вас ждем. На нашем стенде вы его точно не пропустите, он огромный просто, точно будет заметен. Познакомиться, пообщаться и послушать презентацию Александра, выступление Александра про Relictum NFT и Relictum NFT Islam. Поэтому давайте общаться, поддержите нас лайками и до новых встреч, до связи. 16 ноября я проведу вебинар на английском языке, где уже прям подробнее по новостям пройдусь, которые будут озвучены на выставке, на экспо. Ну все, всем работы, всем хорошего дня, всем больше ГТНов и хорошего роялти. Пока!